Друг, любовь уйдет, как в травы лето. Не забудь меня, ты не забудь меня. У меня этой зарядки в наушниках хватает минут на 15 максимум. Потом они снова кричат: «Лис! Чаржин, короче, заряди нас». Я сейчас на Авито нашла наушники классные за 850 рублей. Там, короче, акция. А так они стоят 3, по-моему, 600. Вот. И акция еще, по-моему, 10 часов. Вот. Я написала своей подружке ВКонтакте. Она говорит: «Ирочка, у тебя столько друзей, тысячи и тысячи человек тебя любят. Мы не берем хейтеров, мы не берем тех, кто самоутверждается за счет кого-то. Берем тех, кто меня действительно как-то видит, чувствует, ну и любит, естественно. Потому что без любви невозможно видеть красоты. Без любви никого невозможно почувствовать, увидеть, понять, услышать, если нет у тебя любви внутри». И она говорит: «У тебя столько друзей, Ириш! Там в Ютубе больше 2000, ВКонтакте больше 3 там, больше 5 там. Это же десятки уже тысяч человек, которые тебя любят. Если каждый тебе пришлет по 10 рублей, у тебя будут твои наушники любимые». Ну, бывает такое, но сейчас нету. И это распродажа, или как она там называется, на Озоне, через 10 или 9,5 часов закончится. А за 3600 я точно себе их не куплю. Там 40 часов зарядка держит, представляете? И пишут, что классный звук. Я почитала отзывы. Да-да, ты и я, снег и дождь, они пусты. Что того, что там ты не работает, сюда уже придешь. Здрасте, к вам.